Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Представители этого имени чутко воспринимают красоту, любят природу, обладают артистическими способностями, которые обеспечивают им карьеру в этой сфере деятельности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.